Tibet 11 till Alger i det femte. Kan där inte. Och så vinner Stellan på sin backhand. För Stellan Bengtsson som har fem servar. Den första av dem kommer nu. Och får kantigt på bollen och står bort. Och Stellan Bengtsson har blivit världsmästare i herrsingel 1971 och vunnit det fjärde sättet emot japanen Ito med 21. Och jag ser hans pappa i lokalen, ordförande i klubben, Gert Karlsson. Полуфиналы. Швеция, Польша. Шведы считаются фаворитами, у них более ровный состав, тогда как у поляков лидер. Современный теннис демонстрирует грубо с Линдом. Может долго придерживаться такой тактики, она кажется ему скучной. Он отходит от стола, завязывает сложную игру, заставляя соперника ошибаться. Швеция и Дуглас, Англия. Но эту игру не назовешь современной. Старая гвардия венгерской сборной. Для Йонера нет секретов ни в сложных вращениях, ни в разыске. После каждого приема мяча Йонер отступает, а швед стремится вперед. Отступает и с каждым шагом назад отдает инициативу. Игра в расчете на ошибку соперника, но ведь соперник не ошибается. Вернемся к поединку Грубы с Вальднером. В тактическом плане они демонстрируют самый современный настольный теннис. Это борьба за время, борьба за инициативу. Атакует Груба. Вальднер вынужден отступить. Но при первом же удобном случае он идет вперед, перехватывает инициативу. Красивая, современная игра. Itt gratulál annak, akitől asztalit elütözni tanult, és a két fogáson kívül még egy kutat.